салонах оптики Dior новая коллекция солнцезащитных очков 2013 года. Ждем вас в салонах оптики Dior. Здравствуйте. Информационные итоги понедельника подводят журналисты программы «Наше время». В студии Андрей Евлев. И вот некоторые темы, которые оказались в центре нашего внимания сегодня. Ячмень с опасной примесью. В Оренбургский детский сад завезли крупу с металлической стружкой. Там и олово есть, и свинец есть. Переполох в центре Оренбурга. Жильцов дома номер 9 по улице Туркестанской встревожил черный чемоданчик. Что было внутри? У всех у нас наступил очень ответственный период. Время наращивать силы. Губернатор Юрий Берг призвал глав районов всерьез подумать о большой воде. И ночной таран в Оренбурге. Водитель Ниссана повредил сразу 4 автомобиля. Остановить гонщика смог лишь забор частного дома. И в начале происшествия с тротуара в больницу. Сегодня днем оренбурженка с двумя маленькими детьми стал жертвой настоящего схода лавины. По счастливой случайности дети не пострадали, зато их мать пришлось госпитализировать с черепно-мозговой травмой. Огромная снежная масса сорвалась с крыши 56-го дома по улице Советской. Это весьма оживленное место рядом с центром имени Полиничка в шаге мэрия. Почему на крыше здания скопились такие снежные запасы, сейчас выясняют полицейские. Они работали на месте ЧП, сюда же подтянулись и коммунальные службы. К теме весенних проблем мы еще вернемся, а пока о других новостях. Полезная каша могла навредить здоровью малышей. В 37-м детском саду Оренбурга обнаружена ячменная крупа с примесью металлической стружки. Об этом сегодня заявили специалисты Россельхознадзора. Объем несъедобной находки превышал ПДК в 89 раз. Трудно представить, чем закончилась бы трапеза в дошкольном учреждении, если бы не внеплановая проверка Россельхознадзора. Почему каша с металлическим привкусом едва не попала на стол к малышам? И как вообще такое могло произойти? Ответы искала Екатерина Киселева. На первое был суп свекольный, на второе жаркое было из картофеля с мясом. Меню для детворы 37-го сада составлено на неделю вперед. Чего в нем только нет, скажет тот, кто с ним ознакомится. А повар ответит, чего нет, так это ячменной крупы. Хотя ее-то дети как раз очень даже любят. Могли сделать гарнир, также могли молочную кашку сделать детям на утро. Табу на каше и гарнир из крупы ячменной наложил Россельхознадзор 11 марта, сразу после тотальной проверки. И рис, и горох, и ячменную крупу взяли на анализы, вот, после чего нам предоставили данные анализы и показало наличие металла в данной продукции. Объем несъедобной находки впечатлил даже бывалых специалистов ведомства. Это при том, что у поставщика крупы сертификат соответствия был в абсолютном порядке. Но если бы такую кашу подали к столу, десятки детей оказались бы на больничных койках. Была обнаружена металломагнитная примесь, превышающая 89 раз. Данная металломагнитная примесь, если попадает пищеварительный тракт человека, может нанести какие-то механические повреждения, также токсические какие-то вещи может произойти, то бишь ребенка может очень серьезно повредиться и заболеть. Крупа с металлическим привкусом в закрома детского сада попала с Орского предприятия «Уралпродукт» через руки индивидуального предпринимателя Полякову. Мукой, горохом и гречкой фирма снабжала эту детвору почти 2 года. Нареканий на товар не было никогда. Вы знаете, на вид совершенно нормальная была. Вот когда даже моешь ее, она такая чистенькая, вода была чистая. Даже вот никаких подозрений не было. По словам специалистов, такая гремучая смесь могла угодить в ячмень из-за халатности на производстве. Это примесь, то, что из чего стоит вальцевый станок, из каких металлов, там и олово есть, и свинец есть, значит, и сам металл есть, как бы так. Это стружка с него. То бишь, позевали, вовремя зазор не установили. Во всей этой истории радует только одно. Сюда Россельхознадзор нагрянул вовремя, и дети не успели испытать на себе действие элементов таблицы Менделеева. Крупа у нас изолирована от остальных продуктов питания, хранится в отдельном помещении. Стоит печать, от какого числа данная крупа опечатана. Сейчас специалисты выясняют, могла ли подпорченная партия крупы угодить в другие детские сады. Уже известно, поставщик плотно работал с дошкольными учреждениями. За нарушение производственного контроля Орское предприятие могут привлечь как административной, так и уголовной ответственности. Екатерина Киселева, Вадим Чаев, «Наше время».
Администрация Оренбурга подали в суд. Прокурор города требует обеспечить всех нуждающихся дошкольников местами в детских садах. Основанием для такого заявления послужили результаты прокурорской проверки. Выяснилось, что многим родителям в устройстве ребенка в дошкольное учреждение было отказано. Только в прошлом году в администрацию города поступило 121 обращение. В 80 случаев родители получили отрицательный ответ. Проверка установлена, что 24 дошкольных образовательных учреждения в нарушении санитарных норм переуплотнены. Кроме того, по информации, представленной администрацией города Оренбурга, более 6 тысяч детей состоят в очередности. Таким образом, администрация города Оренбурга в полном объеме свои полномочия по обеспечению доступности дошкольного образования не реализует. В городской прокуратуре также указывают и на затягивание сроков строительства дошкольных учреждений и открытие новых групп. В свою очередь, в администрации города говорят, что действуют согласно объемам финансирования и принятой программе «Город малышам». Она рассчитана до 2015 года. Появление нового детского сада казне обходится от 28 до 70 миллионов рублей. Тем не менее, в прошлом году устроить в группы смогли почти 1500 маленьких оренбуржцев. Что касается вот эти 121 обращения, из которых 80 было неудовлетворено, обращения поступают и от детей, от родителей, дети которых только родились. То есть здесь тоже рассматривается каждый случай индивидуально. И если есть малейшая возможность помочь родителям устроить ребенка, ну, предоставить место в детском саду, мы обязательно этой возможностью пользуемся. Тревогу на улице Туркестанской вызвал черный чемоданчик. Сегодня утром его обнаружили жильцы дома номер 9. Находка показалась им крайне подозрительной. Чемодан стоял возле одного из подъездов. Бдительные оренбуржцы сразу же позвонили в полицию. На место прибыли оперативники и саперы. Территория несколько часов была оцеплена. Уже позже выяснилось, что никакой угрозы подозрительный чемодан не представлял. Он оказался пустым. Жителям города Оренбурга хотелось выразить благодарность за то, что не проходят мимо таких предметов, обращают внимание. И мы будем рады любой информации от жителей Оренбурга по таким вот случаям. Почему умер задержанный? В Оренбурге выясняют обстоятельства смерти 52-летнего жителя Медногорска. Накануне его в состоянии алкогольного опьянения доставили в отделение полиции и поместили в комнату для задержанных. Однако спустя некоторое время человек перестал подавать признаки жизни, как сообщают полицейские. Предположительно, задержанный умер от сердечного приступа. И по сообщениям регионального управления МВД генерала-майором полиции Ефремом Романовым назначена служебная проверка. В случае выявления нарушений в обращении с доставленным, сотрудники и их руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности, подчеркивают в пресс-службе ведомства. Проверку тем временем начали и в следственном управлении. Добавлю, за последнее время это не первый случай, когда задержанных в отделении полиции обнаруживают мертвыми. Депутата Госдумы от Оренбургской области обвиняют в финансовых махинациях. Скандал разгорелся вокруг справедливороса Сергея Петрова. Он учредил на Кипре трастовый фонд. Об этом сегодня заявили блогеры и эксперты. Офшор на Солнечном острове якобы позволяет Петрову влиять на деятельность банка «Капитал Москва». В пресс-службе депутата информацию опровергают, однако если обвинения подтвердятся, господин Петров рискует мандатом. Ведь закон прямо запрещает парламентариям управлять каким-либо бизнесом, а также руководить иностранными некоммерческими организациями. Стоит напомнить, что Сергей Петров по версии журнала Forbes занимает 51-ю строчку в списке самых богатых людей России. В 90-е годы он создал автодилерскую компанию, которая занимается продажей на российском рынке 15 самых известных мировых автомобильных брендов. За последствия неорганизованной подготовки к паводку глав районов могут привлечь к уголовной ответственности. Об этом сегодня заявили в Доме Советов. Там снова заседала областная противопаводковая комиссия. И снова звучали тревожные данные. По прогнозам, в зоне подтопления этой весной могут оказаться 35 населенных пунктов. Это более 7 тысяч человек в общей сложности. Сегодняшнее совещание проходило в режиме видеоконференции. У всех, кто выходил на прямую связь, была возможность посмотреть друг другу в глаза и лучше понять важность проблем. Из Дома Советов Юрий Мишенин. У всех у нас наступил очень ответственный период. Сделать все по защите населения и территории в период прохождения весеннего половодья.
Весна обещает быть бурной. Запасы снега в полтора раза превышают прошлогодние, а температура с каждым днем все выше. К концу марта синоптики прогнозируют плюс 12. Реки вскроются уже в начале апреля. Быстрое таяние снега может привести к неприятностям. Если не провести необходимые работы, то в Оренбурге в зоне затопления окажется сразу несколько территорий. При заторных явлениях у моста и талыми водами возможно подтопление ситцевой деревни, кузнечных рядов, овчинного городка и дачных участков в пойме реки Урал. За нерасторопность чиновников половодье уже наказывало. В 2011 году от разлива рек в Оренбурге пострадали 22 района. Там был введен режим ЧС. В прошлом году вода затопила дома в Абдулинском районе. Ошибки, на которых нужно учиться. Потому сегодня на селекторе территории, находящиеся в зоне риска. Элекский район докладывает о ситуации в селе Сладково. В 2011-м оно пострадало сильнее других. В дамбе, которая сыграла в 2011 году роковую роль, раскопаны два технологических прокопа. Они сейчас расчищены от снега, от мусора. Главное направление работы – оповещение населения, запасы продовольствия и медикаментов. И, естественно, наличие лодок. В качестве примера – Тотский район. Там спасать было не на чем. Лично проверить. Лично. И даже, чтобы при вас завели мотор на этой моторной лодке, и чтобы исключили того, что было в 2011 году, когда мощный поток воды в селе Погромное, и одна лодка резиновая, и та весельная. Ни о какой эвакуации говорить нельзя. Юрий Александрович, лодки проверены, лодки есть, и у нас плоты МЧС нам в том году выделили бы лодку резиновую, моторную и два плота. Главы городов и районов все как один рапортуют. К паводку готовы. Комиссии созданы, все необходимые работы проведены. Только в МЧС такого оптимизма не разделяют. В большинстве территорий муниципальных образований не ведутся превентивные мероприятия в части распиловки, чернения льда, таких вот подготовительных мероприятий. А потому сотрудники ОМВД на всякий случай напомнили, за ситуацию в территориях главы несут не только моральную, но иногда и уголовную ответственность. Юрий Мишенин, Дмитрий Журавлев. Наше время. Чтобы не допустить несчастных случаев, в МЧС настоятельно рекомендуют воздержаться от выхода на лед. Он может треснуть даже под весом ребенка. Именно дети чаще всего в группе риска. В прошлом году в Переволоцком районе ребенок провалился под лед и погиб. Спасатели обращаются к родителям с просьбой не оставлять своих чад без присмотра и не позволять им играть со льдом, вот как на этом видео. Кстати, эти кадры мы снимали 2 года назад на Урале у Оренбурга. Чтобы такого не было, сегодня за несколько недель до ледохода инспекторы МЧС усиливают профилактические рейды. Еженедельно совершаются патрулирования по местам массового скопления людей на льду. Вот, там мы распространяем профилактический материал, вот, и предупреждаем их всячески об опасности. ЧП на улице Терешковой в Оренбурге. Дорогу перед домом номер 138/3 преградила огромная лужа. По словам жильцов, такое море разливается там каждую весну и осень. Глубина местами достигает полуметра. Людей не спасают даже резиновые сапоги. Масштабы водного бедствия оценил корреспондент региона Виталий Сапожников. Едва столбик термометра прочно укрепился на отметках, превышающих ноль, у жильцов этого дома на Терешковой начались большие проблемы. Это водное пространство они уже давно перестали именовать лужей. Озеро, река, пруд, в общем, насколько хватает воображения. Машины здесь периодически застревают и ломают подвески, а прохожие в пучину даже не рискуют сунуться. Так ведь и утонуть можно. 5-й год я живу здесь, и толку нет никакого. Никому дела не делают. Вот обещают депутаты, вот сделаем, сделаем. Голосовали, скорее сделаем. Обманули нас. Жильцы добавляют, по этой дороге передвигаться проблематично всегда. И нынешняя весна не исключение. Дорога, залитая талыми водами, по-прежнему остается грозой всех проезжающих по ней автолюбителей и кошмаром для проходящих пешеходов. Причем эта лужа у нас круглый год, и летом, и осенью, и весной постоянная грязь. И огромная лужа, вода оттуда вообще не сливается. Может, там забита ледневая канализация, как говорили нам, или что-то еще, которое не ремонтируется, ничего. Впрочем, в своей беде жильцы дома 138/3 не одиноки. Почти весь частный сектор города сейчас напоминает грязное болото. По некоторым улицам передвигаться на машине настолько сложно, что автовладельцы стараются лишний раз за руль не садиться, дабы не повреждать железного коня, да и нервы по возможности поберечь. Ужас. Если бы не с внуком в больницу, я бы вообще не выезжал бы. Этот период, 1,5 месяца, грубо говоря, это практически лишает
ну, пользуются транспортом. Проблему передвижения в частном секторе дополняют плохие дороги, ведь под залитым водой покрытием просто невозможно разглядеть крупные кочки и глубокие ямы. Как говорят жители, дорожные службы здесь даже не показываются. Они, видимо, как и владельцы домов, просто ждут, когда талые воды наконец высохнут. А вот жители очень надеются, что в этом году процесс не затянется. Виталий Сапожников, Илья Схаялин. «Наше время». И как мы уже сообщали, 19 и 20 марта впервые в Оренбурге пройдут субботники по расчистке улиц от снега. Готовы ли жители города помочь коммунальщикам? Сегодня с этим вопросом обращалась к прохожим Юлия Гафарова. Конечно, сейчас город нужно очищать от всего этого зимнего, этой грязи. Поэтому, я считаю, нужно вмыть и хоть пассивом как-то помочь. Ну, принять, к сожалению, не смогу, потому что сейчас уезжаю в командировку. Но вообще, если бы, то с радостью. Если каждый вокруг себя уберет, то будет чисто. Я за чистоту города. Но я считаю, службы, которые должны содержать город в чистоте, просто не выполняют свою работу. Я не хочу им помогать. Ну, а кто же будет после такой зимы убирать? Коммунальщики не справятся все. Не справятся. Помочь. Ну, сами тяжело. Ну, видите, это было бы мало снега, то, ну... Обязательно выйду. Ну и в завершение этой темы водителям предлагают набраться терпения. Из-за массовой уборки снега в Оренбурге ограничат дорожное движение. 19 марта тяжело будет проехать по проспекту Парковому и улице Пролетарской. Сложнее всего придется автомобилистам 21 марта. В Оренбурге для уборки и вывоза снега будут перекрыты сразу несколько улиц. Адреса на экране. Точную информацию можно найти на сайте городской администрации. Общедомовые нужды можно временно не оплачивать. Речь пока идет только об электричестве. Об этом сегодня заявили в компании «Оренбургэнергосбыт». Временная пауза связана со многочисленными жалобами оренбуржцев. Энергетики решили провести собственное расследование. К ним присоединятся жилищные организации, городские чиновники. За февраль и март начисления появятся после итоговой ревизии. Что же касается оплаты по индивидуальным приборам учета, то здесь все без изменений. Рассчитаться с энергетиками необходимо до 25 марта. Сейчас о происшествиях минувшей ночи. В Оренбурге водитель «Ниссана» умудрился повредить сразу 4 автомобиля, причем в разных районах города. Первое столкновение произошло на пересечении улиц Пролетарской и Новой. Жертвами лихача стали сразу 2 легковушки. Но водитель это явно не остановило. Он выехал на улицу Народную и столкнулся с «Окой». Она от удара перевернулась. Затем ночной гонщик наехал на «Ладу». Это случилось уже на улице Ижевской. Остановить иномарку смог лишь забор частного дома. Никто из водителей и пассажиров, к счастью, не пострадал. Был ли ночной гонщик пьян, пока не сообщается. И сотрудники ГИБДД просят водителей быть более внимательными к юным пешеходам. В Оренбурге началась профилактическая операция «Внимание, дети!». Впереди у школьников весенние каникулы, и по статистике в этот период число дорожных аварий с участием детей возрастает. С 18 по 31 марта проводится операция «Внимание, дети!». Во время проведения мероприятия наряды дорожно-патрульной службы будут максимально приближены к местам концентрации дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Вместо хлеба насущного – пища духовная. Сегодня у православных начался Великий пост. В ближайшие 40 дней верующим рекомендовано отказаться от мяса, алкоголя, молока, сыра и яиц. Послабления самого строгого поста касаются только пожилых, больных детей, беременных и кормящих женщин, а также путешественников. Церковь напоминает, что не стоит путать пост и диету. Это время дано на молитву, размышления, духовное очищение и самосовершенствование. Верующие посещают храмы и готовятся к встрече праздника Воскресения Христова. В этом году Пасха наступит 5 мая. Это самая поздняя дата пасхального календаря. Ну а накануне оренбуржцы просили друг у друга прощения и прощались зимой. В областном центре прошел блинный поединок. Таким необычным способом окончание Масленицы решил отметить журнал «Телесемь Оренбург». Гости праздника состязались в скорости, качестве и количестве выпечки блинов. Самый румяный, самый вкусный и даже креативный символ Масленицы перед Великим постом отведала и Екатерина Платонова. Мы праздник начинаем! Всех на праздник!
Днем этой зимы приглашаем! В этот день в кафе «Блинбург» посетители не сидели за столиками, а пекли угощения сами. Да еще как! С танцами, шутками и заводными конкурсами. Поединок на сковородках получился захватывающим и напряженным. Команды пекли на скорость, качество и количество. У Светланы Алёниной вышел самый креативный блин. Далась нелегко. Победе очень рада. Все супер. Очень весело, хорошо, интересно, завораживающе. Большего ждала и получила. Устраивать веселые праздники для оренбургцев – добрая традиция журнала «Теле7». И постоянные читатели всегда с готовностью принимают приглашение. Хотелось, естественно, подарить хорошее настроение, массу эмоций, впечатлений. Я так думаю, получилось. Гости довольны, подарки получили. А еще дипломы, грамоты и почетные звания самого быстрого, активного и креативного. Но главные подарки, которые достались каждому гостю кафе «Блинбург», это, конечно, заряд бодрости и улыбки. Екатерина Платонова, Вадим Доминов. «Наше время». Наше время о спорте. Битву конкурентов выиграл Екатеринбург. Фармклуб «Оренбургская надежда» провел очередные календарные матчи в молодежном первенстве страны по баскетболу. Накануне наши девушки встречались в Екатеринбурге с командой УГМК «Юниор» и дважды уступили прямым конкурентам в борьбе за бронзу регулярного чемпионата со счетом 59-70 и 53-77. Еще больше новостей у нашего спортивного обозревателя Сергея Тыщенко. Приглашаем посетить фирменные салоны матрасов «Соня» по адресам: Полтавская, 43, проспект Победы, 125, Туркестанская, 161, рядом с М-Видео. Это новости спорта на телеканале «Регион». Здравствуйте. 100% результат «Нефтяник» продолжает штамповать победы в чемпионате страны по волейболу среди мужских команд высшей лиги А. Их у оренбуржцев уже 24. 72 очками наши волейболисты располагаются сегодня на второй строчке турнирной таблицы. Под горячую руку «Нефтяникам» накануне попали волейболисты екатеринбургского «Локомотива». Матчи команд прошли в минувшие выходные в спорткомплексе «Олимпийский». Хозяева площадки к железнодорожникам были беспощадны, отдав свердловчанам двух поединков всего один сет. В субботу «Нефтяник» переиграл «Локомотив» со счетом 3-0. Днем позже оренбуржцы также были сильнее 3-1. Следующий матч в рамках российского первенства наши волейболисты проведут 23-24 марта в Калининграде. Соперник «Нефтяников» – волейбольный клуб «Динамо Янтарь». В Оренбурге определили победителей и призеров первенства города по комбинированной пирамиде. Соревнования завершились накануне в бильярдном клубе «Бенга». За главный приз боролись 12 спортсменов. Золото в итоге досталось Александру Новикову. Серебряным призером первенства Оренбурга стал Матвей Аникин. Бронзовую награду завоевал Максим Горицкий. И пока это все новости спорта. До встречи. Спасибо, Сергею. Сейчас коммерческая информация. Лингвистическая школа «Александр Скул» предлагает провести весенние каникулы с пользой. С 22 по 31 марта родители и детей приглашают на увлекательную программу «Английский на каникулах. Весна-2013». Регистрация кандидатов до 21 марта. Вся информация по телефону, указанному на экране. Сейчас еще немного полезной информации, а после расскажем, где во вторник не будет электроэнергии. По-настоящему сказочный детский сад открылся в степном поселке. В детском садике «Мэри Поппинс» ваш ребенок будет окружен волшебной атмосферой, заботой и вниманием. Яркий и веселый интерьер, множество игрушек и удобные постели – это далеко не все преимущества частного детского садика. Непременно пятиразовое питание, развивающие игры и прогулки. Ваших малышей музыке, рисованию и даже иностранному языку будут обучать опытные педагоги. Если вашему маленькому чуду от 1 года до 7 лет, то вы, несомненно, можете его доверить детскому саду «Мэри Поппинс». Я думаю, что здесь очень хорошо развиваются дети. Вот, я надеюсь, что интеллектуальное развитие здесь будет, это точно. У нас уже есть один садик, он находится по адресу Расташи, а это новый, открылся теперь здесь. Здесь немножко вместительность больше детей, он рассчитан на 5 групп. В группах по 10-15 человек, в зависимости от площади этих групп. Дети находятся в детском саду с 8 утра до 7 вечера. Мы приглашаем всех вас, и родителей, и малышей, в наш новый детский сад. Будем вас очень рады видеть. Итак, важное сообщение от городских электрических сетей. 19 марта в течение дня в областном центре и некоторых селах Оренбургского района не будет электроэнергии. Это связано с плановыми ремонтными работами. Уточнить адреса отключений можно на сайте компании в интернете, а также по телефонам 56 83 38, либо 98 48 48. Еще больше новостей на портале 56.rb.ru. Завтра в студии Ирина Шмидт. Я желаю вам удачи, хорошего весеннего настроения и счастливо!
салонах оптики «Дилор» новая коллекция солнцезащитных очков 2013 года. Ждем вас в салонах оптики «Дилор».